Ну а в Мирном впервые за долгие годы состоится турнир по мини-футболу на снегу среди сборных детских дворовых команд. Сейчас идет подготовка. Сюжет коллег из Мирного. Юные футболисты начинают подготовку к летнему сезону еще зимой. Одно дело тренироваться в зале и совсем другое на заснеженном футбольном поле, где можно совершенствовать тактику, разыгрывать сложные комбинации. В этом году мы решили организовать уже старый добрый забытый турнир, называется он «Снеговик», такой небольшой ребрендинг сугроба старого турнира. Мы вот подготовили площадку на территории дворца спорта «Кимберлит». Гонять мяч на снегу – игра для сильных духом. Сил требуется в два раза больше. Настрой у детей разный. Кто-то волнуется, а кто-то твердо уверен в победе. Подготовка к турниру идет полным ходом. В зале разучивают удары по мячу с места и в движении. Вратарь во время тренировок старается поймать или отбить несколько мячей, летящих сразу со всех сторон. Стараемся детей подготовить к соревнованиям. А у нас пока первый класс, первый-второй класс занимается. Поэтому соревнований очень мало. Но мы стараемся внутри как бы КСК в городе, в Мирном, делать для малышей какие-то соревнования. Подготовка проходит хорошо, я настроена на завтрашнюю игру. Я жду удачи от своей команды. Всем участникам турнира гарантировано хорошее настроение, горячий чай, а лучшим игрокам еще и награды. Злата Курбанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».